Учреждения культуры получили дополнительное финансирование из городского бюджета, в их числе Чебоксарская детская музыкальная школа имени Степана Максимова. На сегодняшний день она является одной из самых старых школ в Чувашии и существует с 20-х годов 20 века. В последнем здании на улице Гагарина коллектив располагался с 64-го года. Но техническое состояние его оставляет желать лучшего. Как изменится эта ситуация уже к началу учебного года в нашем следующем сюжете. Ученики музыкальной школы имени Максимова 1 сентября увидят ее в новом образе. Со вчерашнего дня в ней начались строительные работы, на которые было выделено 2,5 миллиона рублей. За это время преображение ожидают актовый зал школы и его фойе. Начинается все с концертного зала. Дети, которые придут к нам в школу учиться, это первое занятие, 1 сентября, это будет занятие в концертном зале. Средства были выделены на замену конструкции покрытия и подвесных потолков над актовым залом и фойе зала. По плану эти работы будут завершены 15 августа этого года. Конечно, сам фасад здания и учебные кабинеты также требуют капитального ремонта. И, возможно, по словам директора школы Станислава Григорьева, в ближайшие годы ремонт будет проведен. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика.